Друзья, советую подписаться на лучший канал об уличных тренировках на турнике и брусьях. Там вы найдете море информации, советы по тренировкам, обучалки по элементам и многое другое. Очень хороший канал, советую, ссылка в описании. Всем привет, друзья! Сегодня Данек вам покажет программу для подростков именно в зале. То есть программа у тебя... Программа, по которой я тренил более трех лет назад. Поэтому будет интересно, я думаю. Ну, смотрите, все-таки форма у него есть, да? Думаю, можно доверять. Давайте начнем. Ставьте хэштег 3 года назад, ему было все еще 15 лет. Сегодня я буду использовать те веса, которые я использовал 3 года назад. Само собой, там не будет и 100 килограмм, будет примерно 60-70 килограмм. В общем, поехали. В общем... По жиму у меня будет где-то 10 подходов, от 8 до 10 повторений. Отдых я стараюсь в жиме делать достаточно большой, в районе 5 минут, чтобы полностью восстановиться. Вот. Переходим к следующему упражнению. Это жим на наклонной скамье, чтобы проработать верхнюю часть груди. Сколько ты вообще тренируешься в неделю? В неделю вот по этой программе я тренировался 3 раза. В общем, на наклонной скамье мы будем делать 5 подходов от 5 до 8 повторений. Средним хватом таким. Переходим к следующему упражнению. Это у меня будет упражнение с гантелями. Я буду делать сводки на обычной скамейке. В этом упражнении, где мы будем делать сводки гантелей, тем самым акцент будет приходиться на пике груди. Здесь мы будем делать 4 подхода и стараться делать от 5 до 8 повторений также. Следующее упражнение, это будет упражнение на плечи. Здесь я буду делать 4 подхода по 15 повторений. Здесь мы стараемся низко не опускать гантели, чтобы нагрузка не спадала, чтобы плечи всегда были под напряжением. Братья и сестры, прошу простить меня за то, что перебиваю, но я начал прокачивать свои руки. Огромные банки будут. 30-дневная программа на руки. Если вы хотите принять участие и качать их вместе со мной, там будет бицепс, трицепс, плечи, также программа питания и так далее, будет очень круто. Анатомия, много всего крутого. Если вы хотите, то быстрее переходите по ссылочке в описании. Начинаем 30-дневный марафон в Инстаграме. Залетая, скидка действует только сейчас, 5 дней, 350 рублей, потом будет 550. Быстрее, я жду вас. Ну а как ты считаешь вообще, вот подростки у меня, допустим, на канале где-нибудь 14-15 лет, им можно выполнять эту программу? Да, можно. Да? Можно. То есть позвоночник у них не травмируется? Нет, если давать много на становление времени, то у вас все будет в порядке. Так а ты понимаешь, что у подростков позвонки, они еще не сформировавшиеся, они мягкие? Я понимаю, но мы не берем большой вес здесь. То есть с какими весами? Сами примерно мы работаем от максимума, от 50 до 60 килограмм, но это в жиме, да, допустим? Да. А если, допустим, там, не знаю, приседания? На приседания это очень нагрузка, так как я приседания никогда не делаешь? Я их не делал, да. То есть ты старался не делать нагрузку, которая идет сверху на тебя, да? Так, дальше мы делаем тягу горизонтального блока. Здесь мы стараемся качественно проработать свою широчайшую спину. Делаем и 5 подходов от 8 до 10 повторений также. Так как в то время я программу на ноги вообще не делал и даже не создавал ее, программы этой нет. На бицепс я делаю как по стандарту 6 подходов по 12 повторений. Последнее упражнение в моей тренировочной системе будет упражнение на трицепс. На мой взгляд, это самое эффективное упражнение, не считая брусья. Здесь мы делаем 3 подхода, как на добивочку, по 5 повторений. У меня вот еще к вам такой вопрос, а как вы объясните, что вам уже третий год 15 лет? Не знаю, как это объяснить. А вы что скажете? Я не знаю, это ему, мне 25. В общем, если вам понравилась моя программа тренировок, то ставьте лайк. Если же, по вашему мнению, моя программа не совсем идеальна, то не тренируйтесь по ней. Это ваш выбор.
А так, подписывайтесь на канал Артура, ставьте лайки. Всем пока. Вот этот чел, короче, взял, собрал все блины с зала, ну почти все, да? И жмет 500 килограмм. Че скажешь по этому поводу, Сань? Блины пластиковые, это понятно, да? Главное лицо делать. Вот. Как бы суть не в том, сколько вы делаете. Суть в том, какое лицо вы делаете во время того, как вы делаете. Вот это да. Очень умная мысль. Покажи, какое лицо надо делать. Такие берете на бицепс 2 килограмма. Ну, да ты в камеру показывай это, ё-мо. Вот так, да? Спасибо большое, спасибо.